Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Смотри, мы как-то не привыкли обсуждать те вещи, которые мы делаем, вот когда мы работаем с группами людей, например, в рамках эксперимента. Об этом знают только те, кто в чате и принимают участие в эксперименте. И когда мы работаем на курсах с отработкой. То есть это остается за шторками, о котором никто никогда не говорит. Но при этом мы знаем и можем рассказывать о каких-то результатах, мы можем собирать для себя какую-то статистику, но это все наше внутреннее. Мы даже сейчас, ну, грубо говоря, не ведем работу по сбору там обратной связи от людей, вот как это было в книгах, да, как-то я все время ржу, как в Библии свидетельство очевидцев, да? Но на самом деле это так. То есть то, что люди пишут, они иногда, это иногда умопомрачительно, как меняется жизнь человека, и она меняется в очень короткие сроки. Я хочу сейчас зачитать вот, это вот то, что пришло перед подкастом прямо. Это с нашей последней работы. Помнишь эксперимент по ВИЧу? Мы не набрали группу на ВИЧ. Казалось, ВИЧ – такая тема интересная. Мы не набрали группу на ВИЧ, но при этом те люди, что пришли, которые работали, мы провели работу, и сейчас есть обратная связь. Экспериментальной группы не будет, а просто людям подфартило. Да, 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 просто повезло. Да, и вот обратная связь. Первые минуты сразу стало легче в области груди. Прям дышать стало легче. Это ощущение до сегодняшнего дня. Дальше чудеса. Практику благодарности и зеркала делаю все время. Чистка крови дается тяжелее. Трудно представить, войти в это. Самое главное, раньше много выпивала крепкие напитки. Потом перешла на шампанское. Вошло в привычку выпивать шампанское каждый день. Все время этот вопрос беспокоил. С пятницы 6-го вообще не глоточка. По питанию также изменилось. Во-первых, уменьшилось количество, перестала изжога быть, которая была постоянно после приема пищи. Нормализовалось давление. А самое главное давление, самое главное работа. Здесь я кусок личный пропущу. И, честно сказать, я вам, Наталья, Ирина, очень благодарна. Вы своей работой очень мне помогли выжить в тот момент, когда... Я не ходила ни к психологам, прекратила религиозные дела. Мне очень сейчас нравится мое состояние легкости, уверенности. Еще раз вас благодарю. И человеку согласовали товарный знак. У человека начинается свой бренд. У человека начинается свое личное дело. Человек за это время уволился с работы. С пятницы. Сегодня пятница. Неделя. Неделя. Ровно неделя. Ровно неделя. А у человека изменения в жизни. На 180 градусов. Другая жизнь. Самое главное, что это не один такой человек. Угу. Просто мы об этом не говорим вслух. Просто тихонько сидим, плачем от счастья, от того, что очередной пошел, очередной пошел. Интересно, далеко уйдет или где-то заснет снова? Но подзадали, какой-то путь пройдет. В любом случае, в развитии он пошел, а дальше его выбор. Кто-то застрянет на деньгах, кто-то застрянет на здоровье, кто-то заснет еще на чем-то. Но будут те, кто проснулся и пойдут, и они будут создавать счастье. И они будут сами счастливы, и жизнь у них будет счастливая. И нас они будут вспоминать добрым словом всегда. И у меня все время возникает внутри вопрос. Вот смотри. Нас на самом деле смотрит очень много людей. Казалось бы, просмотров там на Ютубе, но если суммировать все соцсети и все, что у нас есть, то получается людей большое количество. Те, кто сабришен, кто пуп, кто как, с разных источников заходит, кто контакт, кто, да. Люди смотрят расписание, они знают, когда есть у нас эксперименты. Они знают, ну ладно, не успел в одну экспериментальную группу, но набиралась и вторая, и вот эта группа по ВИЧу. Есть курсы с отработкой. Вот скоро будет курс с отработкой. Да, скоро у нас будет. Если человеку не хватает денег на консультацию, то это реальный шанс, охрененный вот. Шанс. Да. И у меня очень часто возникает вопрос, ведь... Наплыв такой, когда тебе пишут, звонят, стучатся, задают вопросы и говорят, срочно-срочно помогите, этот наплыв не спадает никогда. И при этом перед такими курсами этот наплыв увеличивается.
И у меня возникает иногда ступорный вопрос. А вы что, не видите, что стоит расписание? Что можно прийти? Что можно как человек задать там вопрос? Можно изменить свою жизнь? Что мешает? И ты знаешь, я не нахожу ответа на этот вопрос. Я тоже не могу ответить на этот вопрос. Потому что если говорить про автоматический сценарий, что человек в автомате не должен выйти из этой циклической ошибки и не должен перестать страдать, да, но это на самом деле так, то вот ты видишь глазами, вот ты слышишь ушами, вот у, вот тебя... у тебя возможность. И почему у тебя в последний момент у тебя возникает ступорная реакция? Вот я не нахожу ответа на этот вопрос. Я понимаю, когда у тебя возникает реакция страха на нас. Это я могу понять, но это все на самом деле о развитии интеллекта. Если у тебя возникает страх, то это про недоразвитый интеллект. Потому что если у тебя есть хоть немного интеллект, ты понимаешь, что можно к страху развернуться лицом, посмотреть видео, почитать книги, и убрать этот страх из своей жизни, потому что этот страх в твоей жизни, и значит, он будет рушить твое тело. Но это для тех, кто нас боится. А для тех, кто не боится, но при этом так и замер. И вот это зависание, ведь есть зависание, мы уже приводили примеры, когда люди годами, имея ребенка-аутиста, смотрели и теряли время. Более того, после того предыдущего подкаста несколько человек написали, что это вы про нас говорили. И они продолжают ездить. И это весело слушать. А вот, но вот такую реакцию... Человек так, видишь, устроен, что этот человек, который остается, да, висеть, не использует свой шанс. Вот... Человеку нужна толпа. Он бежит туда, куда бегут все. Надо стадо. И это опять-таки сделала религия. Авторитет и пошел. Баран с моста и все с моста. И самому рискнуть страшно. А оторваться от толпы страшно. Реально страшно. И каждый раз, когда вот эти вещи видишь, а еще когда начинаешь говорить, что надо там все-таки человеку разобраться со своей злостью, агрессией, там еще с чем-то. И человек, он же ждет, что психолог за него разрулит его злость, психолог разрулит его агрессию, психолог за него сделает. Вы должны вылечить моего ребенка, вы мне должны, должны, сучки такие гребаные. А здесь подход другой, здесь дорогой. Твой ребенок – твоя ответственность. Ты меняешься – меняется ребенок. Не меняешься – ребенок не меняется. Давай искать точки, где ты ведешь себя как животное. И вот сейчас тема животных, проявление агрессивности вот этой и всего остального, она просто набирает обороты. И, скорее всего, это именно эта тема и вытолкнет потом, что детей со школы будут забирать в США. Потому что там какая-то тема должна вытолкнуть такая дебильная. А если ребенок будет иметь право на самоопределение себя собачкой или кошечкой, то это будет вообще капец. А это уже есть. То есть, то это вообще капец. Но это течение пришло и показывает. Родители, я вам не нужен, не нужен. А вы вот так вот, такие вот животные, в которые я их играю. Да, на самом деле это течение и показывает, что родителям безразличен его ребенок. Мало того, сейчас же такой этот скандал был, да, с Мией Бойкой. Я не знаю. Которая на сцену, там девочка потерялась и вышла на сцену. И сейчас во всех соцсетях это размусоливается. Пустота. И все суть теряют вообще. Она, на самом деле, если ты вот не видела, да, то ты посмотри просто, специально посмотри. Девочка потерялась. Во-первых, уже известно, девочка сама сказала. Уже девочка с мамой звезды. Всех шоу, всех интервью. Девочка сказала, что у нее такая фишка. Типа потерялась, вот приходить на концерт, и типа потерялась, и тогда ее на сцену, и она попадает к звездам. Она уже так сказала. Вот. Но мама уже тут ее перекрыла этим, как-то там завуалировала что-то. Ну, короче, девочка потерялась, типа.
И она в масочке квадробера, там с хвостиком, вышла на эту сцену, вывели. И это Мия Бойко. Я не знаю эту Мию Бойко вообще. Она, по-моему, наверное, певица. Потому что, как я вот, судя по этим, она поет. Не знаю, что и как. И она этой девочке там задала несколько вопросов и спросила, ты котик или просто квадробер? И добавила, не дай бог, да? А девочка говорит, квадробер. Она говорит, ой, а как вы относитесь там? И что, ну ты же такая красивая девочка, там, но нету там оскорблений. Мама с дочкой, с девочкой развязали, что там столько оскорблений и было, да, и сколько вылилось. То есть, ну, и все сейчас и звезды там, кто за, кто против их. А на самом деле, вы же, и начинают говорить, а мы же тоже раньше были котиками там, этими зайчиками, да, на утренниках. Так ведь не об этом речь. Взрослые люди и те же артисты вы, или там звезды, и блогеры, и та же Ксения Собчак. Не об этом речь. Она тоже одела масочку, поддержку ребенка. Так ведь не об этом суть, не в этом суть. Вы посмотрите, чем занимаются эти квадроберы, да? То есть на самом деле это искажение, которое приведет... Ох, подождите чуть-чуть. Если вы так сейчас поддерживаете, все детки кинутся в это, все площадки с горочками будут усыпаны этими котиками-собачками, а потом начнут брать пример с собачек и котиков, как они еще свободно чем-нибудь там делают, занимаются, а к этому притянутся еще разные искаженные с психикой люди. И ох, как вы потом, мамы и папы, и те же, и Ксения Собчак, и те же блогеры, как же вы запищите, заверещите, но уже будет поздно. Понимаешь, надо, ну, вообще тут раздули на таком эту Мию, раз ее размазали, я ее вообще не знаю, да? А смотри, но как... Ее размазали. Но какая на самом деле, люди, слепота людская. Ведь не в этом суть была. Да, мы были тоже там лисенками, там зайчонками, но не было выхода вот этого на всеобщее обозрение и полностью это... Вы же поинтересуетесь, что они делают. Да, как там прыгают, там кусаются, набрасываются на животных. Там, да, то есть, ну, разное. Вот и она же против этого искажения говорила. А тут поддержали, особенно эта Ксения Собчак, она масочку одела. Она тут, я-то... Ну что, ну вот, понимаешь, разве об этом речь? Смотри, даже если вот просто абстрагироваться и посмотреть на эту историю под другим углом восприятия. Пустота. Пустота. Не было оскорблений, не было ничего, обиды ребенку. Ну, хочешь ты в масочке, ну, пришла ты. Ну, ты же сама выперлась на сцену, тебя же никто сюда не звал. Но смотри, как пустота, подобная к подобному. Пустая история, агрессивное нападение мамы на человека выступающего, агрессия и обман, подстава, ложь. И тут же все лживые и все пустые подставы. Да, да. И весь интернет-сети мне прямо... И тут уже интервью берут. Тут эти шоу-программы, ну, подобное снимают. Подобное к подобному. А смотри, это значит, у людей настолько пусто, что пусто. У них даже новостей нету. Да, что нечего. И самое поделить. Главное, что нету извилин взять что-то более сложное. И ну, вы возьмите вот Бехтерева почитайте, да. Еще кого-нибудь, ну, найдите оттуда какую-нибудь фразу его, зацепитесь. Но там хоть какая-то суть будет. Да, да, да. А здесь подобное к подобному. Если ты пустой, ты будешь в зеркале видеть пустоту. Если ты злой, ты будешь в зеркале видеть злость. И ты играешь в эту игру. Эту игру пустую, никчемную, тупую. И так далее. И вот тебе, чего стоит интервью той же самой героини, чего стоит интервью всех тех, кто одевал масочки. Вот ваша пустота. Какой смысл слушать этого человека, его интервью, если у него в голове пусто, ведь это очевидно. Конечно. Вот, оно все показательно. Раздувается и тогда пустота. Нет смысла вообще уделять этому внимание, потому что это, ну, знаешь, это как стоять и обсуждать фекалии собаки на улице. Да, да. Вот прям очень-очень хорошо пример подобрала. Пускай удобряют розы.
Да, да, да. И точно так же, на самом деле, я вот в последнее время, когда ТикТок какие-то новые вещи подбрасывает, я его несколько раз переустанавливала и обнуляла, чтобы мне не лило какую-то херню. Вот, потому что найти человека, кого бы было интересно послушать, оказывается, уже невозможно. То есть, если раньше еще как-то смотрел иногда Сатью, иногда Лобковского, иногда какие-то ролики попадали такие, но, во всяком случае, там хотя бы спорное мнение какое-то было и мог показать, ну, чувак, ну, здесь ты врешь, а вот здесь ты вообще агрессивно врешь, а здесь ты вообще обесценил женщин там и засунул под лавку, а здесь ты, наоборот, исказил, да, можно было какие-то вещи, то в последнее время я не нахожу кого послушать. Мне уже хочется наши собственные подкасты переслушивать, я, знаешь, потому что пустота. Пустота. Да, нету сути. В последнее время именно обратила внимание на то, правильно говоришь, что нечего послушать, нет нового, да? А я обратила внимание на просто, Наташа, копирование и выдача как за свое. Вот просто в чистом виде копирование и выдача за свое, но полностью повторение. Понимаешь, вот роботы-автоматы, которые под копирку, или как ксерокс, тык-тык-тык-тык, с той же этой Мией, то же самое, абсолютно. Тык-тык-тык-тык-тык. И абсолютно все. Тот же Лобковский, тот же Сатя, та же кто-то там еще. Почему неинтересно стало слушать? Потому что ты понимаешь, полностью одно и то же говорится, что одним, что другим. Просто под своим каким-то соусом. Под своим взглядом, чуть-чуть измененным. И ты понимаешь, а сути нет. Пустота. Сути-то нет. И есть ролики, которые просто идут как вредоносные программы. Угу. Вот тоже смотришь и понимаешь, вот эта психолог, она дает советы, она рассказывает, а пусто. Пусто вообще. Если последовать ее совету, ты ввяжешься в дурную игру, и ты пожнешь потом то, что ты посеял. Так, а самое главное, никто ж не знает, кто это, какой психолог или там кто-то, да? Авторитет. А смотри, авторитет вынесен куда? Просто в интернет. Просто. И тогда... Любой придорожный камень твой интернет, твой авторитет. Тебя просто, вот знаешь, кто угодно будет за ноздри водить. Представляешь, что делается? Вот просто создай картинку, и ты уже авторитет, потому что ты с картинкой и в интернете. И говоришь под копирку какие-то вещи, даже не понимая их вообще. А тогда смотри, как же круто, что мы выходили и начинали инфодайинг без картинок, в какой-то квартире, без всяких макияжей, без шаблонов, без подсветок, без ничего. Просто... И смотри, те люди, которые действительно имели мозг, они убрали фантики, и они настроены были на сути. Они пошли с нами, таких много. А те, которые жрали фантики, то есть получилась наша та картинка, очень круто отфильтровала больных и едящих фантики. Просто невероятно. Более того, тогда же, в тот период, когда... Я помню вот это состояние, когда только открыли эти состояния инфодайинга, и повалилась информация. И стало очевидно, что мы можем залезть куда угодно и достать что угодно. Вопрос, как это сделать. А это вопрос времени. Времени и тренировок. Но сам путь, мы поняли, что мы взломали ящик Пандоры. Но вот этот вот момент, я помню, что... У меня были переписки с разными известными людьми. Люди писали, кто-то предлагал, кто-то что-то. Во-первых, был страх, а во-вторых, тогда ж мы еще сами искали. Мы найдем выход, мы там пробьемся, там и так далее. А пока в какой-то момент, вот буквально один год, и потом мы так, стоп. Не надо бисер метать. Не-не-не-не-не. Ты уже с бриллиантом, а туда носить не надо, потому что могут ограбить. Вот. И вот этот вот момент мы остановились, а потом мы выровнялись, и уже никто тебя не ограбит, никто не заберет. Это все ты. Мы пришли к себе, но мы пришли через вот этот баланс. И через общение с теми людьми, которые претендуют на авторитетность. И пустота. Просто
Именно пустота, причем копируемая пустота. Да, копирование. Ну, это... Да. А, так о чем говорить, если... Ну, ты видишь просто конкретно наши ролики, пересказанные человек... другими словами, чтобы заменить лексику, чтобы нельзя было типа заподозрить. Но при этом попытка пронести это в психологию, этого никогда не было в психологии. Ты посмотри про сознание ролики, опять-таки про злость, про стыд, про вину и так далее. Это же чисто наши наработки из психики. Этого не было в психологии в таком виде, как раскладываем мы. Конечно. Взгляды из подсознания. А сами взгляды из подсознания, когда человек начинает перевирать, типа, а посмотрим с другой стороны. Да и задницу у себя посмотри, если у тебя мозгов нет. У тебя даже силы нету сказать, где ты это взяла, о чем ты говорить. Тут, у меня вот все, что касается объективного, его просто нет в моей реальности. В моей реальности есть только наш мир. В нашем мире есть люди, кому мы могли помочь, есть люди, кому мы не смогли помочь. Но есть успешные проекты, есть неуспешные проекты. Но большая часть проектов была успешной. Это все. Да? Мы искренне настоящие. Не копирующие чужое. Это все я, единое я, которая играет в свою игру, которая говорит, я хочу играть в счастье без вариантов. Да. Я проснулся и хочу играть в счастье. И это мое право играть в счастье, в искренность, в любовь, в интерес и так далее. Хотите играть? Играйте вместе со мной. Не хотите? Не играйте вместе со мной. Пофиг, я все равно играю. Это моя игра. Это мой сон. Что хочу, то сню. И вот это кайф. И в этом кайфе смотри, как те люди, которые пришли в эту песочницу, как они становятся счастливыми, как меняется их жизнь. Ты не можешь изменить жизнь человека и никак повлиять на человека, если он не является субъектом твоей реальности. Ты его создал для себя и работаешь с собой. А субъект становится другим, и жизнь его меняется. И если он готов играть в эту игру, то не вопрос. То добро пожаловать. Добро пожаловать в мир инфодайинга. Да. Но это другой мир. Это мир искренний, открытый, мир интереса. Это мир живой. На самом мир живой. Деле это живой мир. Когда ты не спишь, а осознанно создаешь свои сны. Да, живой мир, не мир роботов-автоматов. Мир создателя. Мир создателя, да. И смотри, ведь опять-таки до инфодайинга ни одно течение, никто никогда не говорил про то, что мы создатели, у нас создающее сознание там, и так далее. Да много ж мы уже чего с тобой видим. А теперь введи в Google создающее сознание человека, или мы создатели, и так далее. Какой лабуды туда не насовали. Вплоть до того, что я создатель станка. Я разработчик станка. Или я создать то, что человек руками делает, да? Но вот эти вот моменты, когда человек вставляет это слово, еще из большой буквы пишет, и подмена. Ты не можешь даже произнести, что ты создатель, и позволить себе допустить мысль об этом, что ты создаешь реальность. Ты настолько вынес себя в объективное, что ты вообще в этом сне не соображаешь, что это твой сон. А человек пытается это использовать в рекламных целях, дабы гуглилось лучше. Это тоже ржачно. Точно так же, как управление восприятием фразы. Ее сейчас замыливают, и книга «Управление восприятием», она так ушла, ее еще найти надо. А почему? Потому что, ой, а вдруг, я быстренько перехвачу, я первый. Ну и кого обманул? Ну и сиди в жопке. Ничего не получится. Обмануть себя невозможно. Знаешь, это как ночью сало жрать, типа Аллах не видит. Вот здесь то же самое. Обмануть себя не получится. Ну, никак. Но зато из подсознания, когда на это смотришь, как это весело. Да. Невероятно. На ту же Собчак из подсознания посмотри, ржешься. Вот реально. Ну, а смотреть не хочется. Просто поржал и пошел дальше. Твоя проблема, и живи как хочешь. Нету никакого смысла такой жизни. Нет.
когда интерес полностью заменяют деньги. И когда человек ест фантик, а суть мозг не способен понять, услышать и обработать. Просто не хватает интеллекта. Поэтому люди так и живут. Поэтому видят в отражении собачек и котиков в детях квадроберов. Это же их отражение злости, это же их отражение их деградации, понижения уровня сознания до уровня животных в зеркале, конечно, в чистом виде. Дети, конечно, дети могут гулять, играть во что угодно, абсолютно. Но родитель должен разумно видеть, сейчас же ведь время, когда интернет авторитет ребенку, но не ты. Большинство времени ребенок проводит так же, как и человек, и взрослый человек в интернете. И что значит здорово? Спасибо. И что значит психика ребенка, и что значит психика взрослого? И если ты настолько деградирующий взрослый, что ты не осознаешь этой самой сути, того, как психика ребенка, как губка, впитывает все, что угодно из интернета, и ты просто поддерживаешь что-то, не разберясь. Ты посмотри сначала, что ты поддерживаешь. И это течение еще очень хорошо себя покажет. Оно уже проявило себя местами в Америке. Ну, просто всего лишь поинтересуйся хотя бы. Так я и взяла о том, что в Америке, если пойдет в школу, будут забирать детей из школы, потому что уже есть, что детей забирают из школы. Да, а благодаря же интернету это очень быстро распространяется. То есть малейший вот этот вброс, он... И распространяется мгновенно. Дети везде хлоп-хлоп хватают. И поэтому и развить рост вот этого... Я котик, броса, значит, я не буду делать домашние задания. Котики не делают домашние задания. Да, и ожидание, что учителя будут возиться с котиками и собачками. И уже, знаешь что? Уже ей коврик надо в школе. Там ребенку, да, котику. Мисочка. Они уже издают такой этот, что если пришел ребенок, ну вот с этим течением, то должен быть коврик и мисочка. Ну, это же очень-очень похоже на наших зайчиков и котиков, какими мы были. Разве похоже? А наши зайчики пели, выступали, концерты проводили в детском садике, и потом в жизнь шли людьми, действительно, конечно, искренними, открытыми и так далее. Это была нежность передана. Через вот котиков, собачков была передана нежность, вот эта любовь к животному, любовь к природе. А смотри, а здесь же нет. Мы же еще сколько? 2 месяца назад предсказывали, что... Да, что через детей... Предсказывали, создавали. Ну, да. Что пойдет движение в школах через детей, вот такая штука. Это на тренировках по созданию мы делали. Что пойдет такая штука, и мы не называли, какая штука, но пойдет штука, что детей будут забирать на домашнее обучение. И что онлайн-обучение в Беларуси должно развиваться. Мне единственное, сейчас вот уже движение это пошло, а развитие онлайн-обучения в Беларуси еще не пошло. Угу. А уже пора. То есть школу надо делать и онлайн, чтобы действительно это большое направление в образовании и финансово выгодное направление. А оно пойдет только после того, как благодарность будет введена в школах. То есть это связанный процесс, хотя кажется, что это раздельно. Это не раздельно, потому что это закладывалось одним психическим процессом. Угу. Поэтому, ну, посмотрим, как оно будет развиваться. Интересно, оно будет развиваться по-любому. Угу. И мне хочется, чтобы наши вот эти вот юные создания, что здесь с голой попой бегают, получали достойное образование в Беларуси и гордились, что они родились и живут на земле богов. И это счастье. Конечно.